Коммунальные услуги подорожают. С 1 июля нас ждет повышение тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и отопления. Согласно решению окружного департамента цен и тарифов, со следующего месяца стоимость кубометра холодной воды для населения вырастет почти на 2,5 рубля и составит 26 рублей 8 копеек. Примерно настолько же вырастет плата за стоки. Один куб обойдется в 37 рублей 64 копейки. А вот услуги по горячему водоснабжению станут дороже сразу на 7 рублей. За каждый кубический метр горячей воды придется платить более 98 рублей. Заметнее всего поднимутся тарифы на отопление. Одна гигакалория подорожает сразу на 62 рубля и обойдется простому потребителю в 1204 рубля.